Всем привет, это распаковка для портала «Игры и игрушки». И сегодня у меня наборы для создания лизунов от компании «Ракета». Это набор номер 1, 2, 3, 4. И каждый набор уникальный в создании своего лизуна. Можно создать прозрачного лизуна, сделать тягучего, жидкого и скользкие червячки. Рекомендуемый возраст для таких наборов 10 лет плюс. Вот в таких картонных коробочках они продаются. Это вся серия у меня на столе. С помощью набора «Забавные лизуны» тебе предстоит создать необычную тянущуюся густую жидкость. Попробуй напугать слизью друзей. Сделай из нее массу жутко забавных головастиков, червей, медуз, инопланетных монстров и оживи их с помощью глазок. Вот такой набор у нас для создания прозрачного лизуна. На коробочке также указано содержание нашего набора. Но давайте откроем и посмотрим все сами. Чтобы сделать прозрачного лизуна, нам потребуется два мерных стаканчика, палочка, мерный стаканчик. Также в набор, смотрите, идут мои защитные очки для ребенка на резинке, защитные одноразовые перчатки, вот такие глазки, чтобы украсить и оживить нашего лизуна, поливиниловый спирт, активатор слизи, написано «опасно», так что будьте осторожны, пищевой краситель. Конечно же, предупреждение о том, что ты будешь работать с пищевым красителем, поэтому одень одежду, которую не жалко испачкать, и защитные перчатки. И подробная инструкция, как нам изготовить нашего лизуна. Подготовка к эксперименту, также что нам дополнительно потребуется взять. И пошаговая инструкция. И если вы все сделаете правильно, то вот такой прозрачный зеленый лизун у вас должен получиться. А также инструкция по обращению с химическими веществами и информация о первой помощи. Второй набор – это тягучие лизуны. Вот такая коробочка. Давайте откроем и тоже все посмотрим. Этот набор содержит мерный стаканчик, палочку, такие же защитные очки для проведения эксперимента, защитные перчатки, пакетик для хранения нашего лизуна, в прошлом наборе он тоже был, только забыла вам его показать, глазки. И из веществ у нас тут есть пищевой краситель, предполагаю, красного цвета, это у нас клей ПВА и активатор слизи, а также предупреждение, как работать с красителем и подробная пошаговая инструкция, как создать нашего лизуна, подготовка к эксперименту. Пошаговая инструкция и какой у нас получится лизун в итоге, если все правильно сделаем. Вот такой, забавный с глазками. Это набор номер 3 для создания жидкого лизуна. Для жидкого лизуна нам потребуется 2 стаканчика, деревянная палочка, глазки, одноразовые перчатки, пакетик для хранения нашего лизуна, пищевой краситель, кукурузный крахмал, также информация, как работать с красителем и подробная инструкция по созданию нашего лизуна и что в итоге мы получим. И последний набор для создания скользких червячков. Два мерных стаканчика, защитные очки, вот такой шприц, ложка, защитные перчатки, а также пищевой краситель синего цвета, альгинат натрия и хлорид кальция, а также предупреждение, как работать с красителем и пошаговая инструкция. И что в итоге мы с вами получим? Все детки очень любят эксперименты, поэтому такие наборы, конечно же, порадуют ребенка, особенно если у него все получится. Но давайте проверим какой-нибудь из наборов и что у нас из этого выйдет. Мне особенно интересен стал тягучий лизун. Ну что ж, все необходимое для эксперимента у меня есть. Приступаем к изготовлению тягучего лизуна.
Сначала берем пакетик с клеем ПВА и аккуратно отрезаем кончик пакетика. Выливаем содержимое пакетика в стакан. Теперь берем пищевой краситель и также отрезаем кончик. Добавляем немного красителя в мерный стаканчик. Теперь нужно все хорошо перемешать деревянной палочкой. Получается оранжевый цвет. Если хочется более насыщенной, то можно добавить еще немного красителя. И еще немного. Теперь берем пакетик с активатором слизи. Отрезаем аккуратно кончик и аккуратно выливаем весь активатор слизи из пакетика в стакан с клеем ПВА. Работайте в перчатках. Теперь хорошо перемешиваем наш лизун. Делайте это очень аккуратно. Клей мгновенно начинает реагировать с активатором и становится похожим на резину. Теперь вокруг нашей деревянной палочки образуется будущий лизун. Дальше нам предлагают положить его в пакетик и хорошенько его там помять. Либо можно надеть перчатки и помять его в руках. Лизунам очень нравится, когда их долго мнут. Наш лизун, смотрите, уже отклеился от моего пакетика. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Клуб Игры и Игрушки. И веселых вам научных опытов. Всем пока-пока!